Пане Дмитре, я думаю, що багато і наших глядачів, та і в нас з Юрою, всіх є одне запитання, яке прямо на кінчику язика бринить постійно. А зважаючи на те, що там доходять слухи про те, що Путін хворий, що збирають його фекалії, щоб часом не потрапили вони до інших спецслужб інших країн, і щоб часом не встановили дату, чи не встановили те, наскільки він там хворий, чи справді хворий. От, не знаю, у вас є якісь там карти ваші, які ви їх придумали, та? Можете нам дати відповідь на запитання, коли буде день похорон Владимира, точніше, Путіна? Що зараз просмотримо, що у нас по здоров'ю ждет Владимира Путіна. Карты я не придумывал, я адаптировал, скажем так, карты, сделал украинскую версию карты Рос с нашей символикой в традициях Украины. Сейчас достанем три карты и посмотрим, что у Путина по здоровью. Так, комментуйте, будь ласка, все. Первая карта. Тройка булав. Карта, которая говорит о том, что за здоровьем он тщательно следит. И причем малейшие проблемы со здоровьем есть люди, которые сразу же решают подобные вопросы. На его работает целый штат врачей. Причем вот эта карта говорит за постоянность. Люди, он не подпускает к себе посторонних людей, в принципе, в плане медицины. Это следующая карта. Семерка булав или семь жезлов в обычной колоде карт. Карта, которая отвечает, что болезнь у него все-таки есть определенно, несмотря на то, что его очень хорошо поддерживают врачи, болезнь, вот эта карта, которая говорит о том, что болезнь, связанная с возрастом, он скрывает заболевание. И еще одна карта. Карта семи подков, карта, которая отвечает за финансовую сферу. Скажем так, если брать все три карты в целом, у Путина достаточно серьезное заболевание, причем он болеет уже несколько лет, это может быть даже онкология, но карта, которая отвечает за сферу финансов, огромные суммы денег тратятся на его поддержку, на то, чтобы он оставался на своем рабочем месте. И если, скажем так, ну, вот эти все три карты говорят, что заболевание достаточно серьезное, и, скорее всего, вот россиян ждет, что вот они вот регулярно видят своего вождя, лидера, и в один прекрасный момент он внезапно возьмет и раз и уйдет. Вот. Потому что заболевание все-таки никуда не делось. Оно все-таки, несмотря на эти финансовые вливания, на поддержку, ну, достаточно неплохих врачей, от возраста уйти невозможно. Ему по судьбе суждено умереть. Причем это, скажем так, год-два где-то. Рік-два. Угу. Запам'ятаємо. Ну, він ще не такий старий, він молодший, ніж Джо Байден, наприклад. 69, так йому зазвичай? Так, так. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. Ютуб-канал «Україна-24».